Привет. Стоп, стоп, стоп. Подождите, не торопитесь. Сначала давайте разберемся, куда вы приехали и кто я такой. Я Камил Гаджиев, президент Fight Nights Global. Каждый может найти свой клуб «Фонбет» по соседству. А это дом 88 по Ленинскому проспекту. Я живу рядом и часто тут бываю. 88 – это два знака бесконечности, перевернутые вертикально. Первый означает бесконечное удовольствие. Второй – бесконечную удачу. Кстати, тут есть вместительная парковка. Уже припарковались? Тогда заходите и чувствуйте себя как дома. Итак, мы с вами во флагманском клубе крупнейшей в России букмекерской компании «Фонбет». Его площадь составляет без малого 600 квадратных метров, что сравнимо с площадью большой и красивой яхты. Но на яхту ты так просто не попадешь. А сюда ты можешь прийти в любое время и получить такое же удовольствие. «Фонбет» родился в 1994 году. За это время компания выросла и стала площадкой номер один по количеству спортивных трансляций и ставок. Хотите отдыхать и выигрывать? Теперь это возможно. Мы превращаем ваше хобби в неплохой заработок. Вот это главный зал. Все чудеса происходят прямо здесь. Более 60 ставкоматов и 44 экрана. Еще раз, 44 экрана. У вас дома сколько телевизоров? А здесь 44. И все настроены на спорт. Хоккей или футбол? Теннис или единоборство? Не нужно выбирать. Достаточно просто перевести взгляд. Почувствуй себя в центре управления полетом. Смотрите все трансляции одновременно и делайте ставки в режиме онлайн. Знаете, в чем разница между Боингом 737 и этим клубом «Фонбет» на Ленинском 88? В «Боинг» может поместиться только 184 пассажира, а в этом клубе 200. А знаете, в чем сходство? И «Боинг», и «Фонбет» реально поднимают очень высоко. Обслуживание первого класса, широкий ассортимент напитков и блюда на любой вкус. Здесь так же вкусно, как в любимом ресторане. А при регистрации новых клиентов в клубе «Фонбет» на Ленинском 88 выдают не только карту, но и подарок. Поспешите, пока их не разобрали. И еще один секрет. Тут показывают эксклюзивные трансляции «Ла Лиги». Они настолько эксклюзивные, что даже в Испании их не все могут посмотреть. А вы можете. Клубы, сайт, приложения. Выбирайте сами, где смотреть. Вы только посмотрите. Весь клуб в уникальных артефактах. Фотографии, спортивные принадлежности, звезды повсюду. В любой момент дня и ночи вы можете встретить здесь звезд. Это место мое любимое. Говорят, что победитель должен быть расслаблен. Но как расслабиться, когда такое на экран? С таким массажем, ребята, вы уже победите. Ну а теперь самое главное, самое вкусное и самое интересное. Это дверь. Хотите узнать что-то? Посмотрите вот сюда. Кому же достанется главный трофей? Она реально может стать вашей. Уже скоро. Время пошло. Сделайте ставку на пятерку и заберите ее.